Эй, здорово, хлопья! Думаю, вам понравится данное видео по Outlast'у. Я постарался. Вот, игрушка зашла, да, вот, и не давала расслабиться на протяжении всей игры. Вот, ну что, буду ждать я вас в конце и хочу пожелать еще приятного просмотра. Так, окей, где-то мы куда попали. Так, нужно, короче, отсюда выбираться. Ну, в общем, вы все поняли. До следующей недели. Все, увидимся в следующую пятницу. Всем всего хорошего. Пока-пока. Дивуля, мы тебя нашли в сабай. Во-во, а меня подожди, я тоже хочу бегать. Все, побежали, давай. Лин, куда мы идем? Я, конечно, не на что-нибудь, но у тебя что-то с прической было. Ты как будто ее пережевывал. О, мой гад. Йо. Я хочу еще потрогать твою голову. Йо, она такая... Такая прям просто... Ну... Мягкая, что ли. Pass you by. Да, я, ты чё, меня не видишь? Йо, ладно, я ухожу. Не, серьезно, ты меня не видишь? Да, да, ладно, я ухожу. Йо, может, не нужно было этого делать? Я в домике. Только ты, главное, не встань. О. Так, я только... Забыл, Тарик, я пришел! Как выйти? Боже мой, пожалуйста, открывайся, уходи! Уходи, я ухожу! Да боже мой, что ты, уйди! Блин, омерзительный человек! Чё, тут моетесь? Йо. Ну, нифига себе. А вы чё, как у вас там? Нормально? Я отсюда не выйду, братан. Я валю нахрен отсюда, ползи. Йо, я чуть ли не обосрался. Да ну нафиг, где выход, ребят? Просто скажите, куда мне бежать, я уйду отсюда. Йо. Все, лезем отсюда. Да здесь можно и вырубить, в принципе. Видно все. Плохой фокус у тебя. Я, конечно, туда лезть не хочу. А, ай, не надо. Все, полезли. Да ё. Фух, боже мой. Что я тут делаю?
Вот мудак. Я же спрятался. Сори, братан, я тебя не заметил. Это Саня-то, да? Окей, я тогда чуть позже отойду. Вот. Окей, ты не против? Спасибо. Побежали отсюда, побежали. Чё ты встала? Чё, драки хочешь, да? Давай, иди сюда. Ну ладно, ладно. Ну серьезно, чё ты встал? Мне типа назад идти надо, да? Я понял, типа. Окей, все. Нет проблем. Да ты издеваешься, что ли? Ну окей, давай, давай. Ты сдвинулся? Не, ну у тебя, конечно, такое лицо интересное. Боже, ой-ой-ой-ой-ой-ой! Беги! У меня только что мурашки по коже пробежались. Ух, я тут, ну что, пришло время ответы на комментарии, и первым же им станет это The Winkle, и он пишет: красава, ты топ, лук тебе, спасибо, братан, за поддержку, ты тоже красавчик, вот, держись там и играй хорошие игры. А следующий у нас будет комментарий, это от Лёшки, я тут был, да, это когда мы снимали The Forest, естественно, ты там был, как же тут без тебя, вот. Ну что, думаю, на этот раз все, как бы вот так всего понемножку, вот, думаю, вот, точнее, знаю то, что вам понравится этот ролик, вот, и игрушка действительно классная, страшная, очень, конечно, в первую часть я не играл, вот, не приходилось, но вторая мне ужасно понравилась, и там было очень-очень страшно, я просто вот на каждом моменте вот просто орал, серьезно, вот, ну что, будем прощаться, не буду затягивать, вот, и до следующей пятницы или субботы, да, скорее всего, субботы или пятницы.